Всем привет! Зимой я снимал видео, в котором рассказывал, что у меня крольчиха приморозила лапу к металлу до такой степени, что не могла согнуть-разогнуть, до степени льда. Что делали, как мазали, что кололи, я снимал видео, выкладывал, ссылка будет в описании. Как только весной потеплело, мы ее вынесли на улицу, думая, что ручная, выпустили, думаем, будет гулять между кролятников, руки даваться. Но не тут-то было. Она, почуяв свободу, не подпускала к себе на расстоянии даже 2 метра. В общем, около 1,5 месяца жила на улице. По сараям заброшенным, соседским. В общем, ныкалась от нас. Лапка у нее почти зажила. После того, как помазали мазью, у нее сползла вся шкура. Если присмотреться повнимательнее, то видно, что у нее выпирает косточка среднего пальца. Но сейчас уже все отросло. Очень она выросла за эти 1,5 месяца, пока она бегала. Вот. И вот только что я поймал. Вот есть у меня подозрение на то, что она беременная. Уже с кем-то обгулялась, с бежавшими самцами. Кто знает, у меня вот самцы такие вещи творят, чтобы сбежать. Вот в этой клетке у меня временно сидел самец. И вот такую арматуру, такую сетку, чуть ли не из арматуры, прогрыз, который мне даже сложно вот согнуть. Сетку жуют, дырки делают, что только они делают, чтобы до самочек попасть. Все, всем пока. Переходите по ссылке в описании, смотрите, как лечил эту девчонку.